Дима, о чем же ты тогда мечтал? Кем мечтал быть? Ну, я как-то за романтику всегда был. Либо мореплавателем, либо рок-звездой. Вау! Интересно, а кем же хотели быть в детстве тюменцы? Сейчас узнаем. Я учителем хотела стать. Стали? Нет. А кем стали? Стала снабженцем. Мечтала актриса, певица, наверное, как и все маленькие дети. С народом что-то связано, выступать где-то перед кем-то. Дедушка, потому что военный, дядя военный. Хотелось быть военным, и все. О, космонавтом, наверное. Архитектором. Вот. Ну, мне нравится планировать, строить дома, вот эти скульптуры. Что-то в этом роде. Мне всегда нравился дизайн. И, наверное, с 1 по 9 класс хотел быть спасателем, в МЧС работать. Ну, так как у меня и мама, и дядя работали в МЧС. Помнила, забыла. Президентом, по-моему. Принцессы-то они какие-то все в розовом, а президент он самый главный.